Приветище! Сегодня мы поиграем в игруху, которая вышла давным-давно на PlayStation 4. Когда у меня еще не было плойки, я только мог о ней мечтать, я дико хотел поиграть в эту игру, которая называется Infamous Second Son. Сегодня же у меня эта возможность появилась, и мы пройдем эту игруху вместе с тобой, наверное. Если будет много просмотров, то пройдем вместе, если будет мало просмотров, то я пройду ее один. Как бы вот так. Ну все, погнали. 7 лет назад несколько человек, названных проводниками, обрели возможность управлять природными стихиями и использовать эту новообретенную силу как оружие. Для защиты мирного населения, розыска проводников, переименованных в биотеррористов, и помещения их под стражу на неопределенный срок был сформирован Департамент Единой Защиты. Считается, что на сегодняшний день удалось поймать всех биотеррористов, поэтому Департамент Единой Защиты планируется в скором времени упразднить, а надзор за арестантами передать армии. Сегодня же первый транспорт с задержанными биотеррористами покинет стены тюремного центра Кердон Кей и направится в военную тюрьму, расположенную на севере штата Вашингтон. Но вот только он не доедет. Что же с ним произойдет, как ты думаешь? Все, поехали, поехали. Мы едем на грузовике. Так, ага. Мощный какой он. Дерзкий. Sony Computer Entertainment America Presents. Мой английский — это вышка. Сейчас я зачитаю тут. Быть что еще на английском? A Sucker Punch Production. Very easy. Perfect English. Understand? Yes, of course. Мы едем, едем, едем. Походу далеко. Также чайки тоже представляют эту игру. Видишь, чайки сидят, срут. Ну, кстати, видок красивый. Что-то какая-то промышленная зона. О, местный хакер. Арми. Хакер бежит куда-то, к постеру. И такая лыба на постере, просто дикий пиз. Держите беспроводной контроллер боком. О, ладно, держу. Вот я повернул. Так, потрясите баллончик. Трясем. Быстренько потряс. Теперь баллончик краски. Надо навести вот сюда и закрасить это все дело. Вот мы красим. По-моему, ништяк. Или что-то еще надо подкрасить. Баллончик краски. А, вот здесь вот еще тоже надо подкрасить. Сейчас, сейчас. Пестик надо закрасить с рукой. Ага. И вот здесь вот тоже надо руку подкрасить ему. Все. Это мы, короче, шаблон из картонок налепили, и вот закрашиваем это все. О, отлично получилось. Теперь черная краска нужна. Красим брови. Ратищи. Мы, знаешь, контуры делаем. По-моему, контуры. Я, конечно, не графист. И не рисовал никогда граффити. Но, по-моему, это так называется. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. А это я, типа, да? Главный злыдень. Ну, если искусство — это преступление... Вот черт. Думай, Делсин, думай. Кажется, нас сейчас могут повязать. Собрание в длинном доме. Проберусь туда, потусуюсь, и будет не алиби. Да я просто гений преступного мира. Чё за напыщенный сусунок, а? Ты кто такой? Ватса. Гений преступного мира. Да ты еще пороху даже не нюхал. Ну да. О, смотри, даже согласился со мной. Рукожоп. Офигенно, блин. Или ногожоп. Эй, кто здесь? Да ладно, меня сейчас бабка повяжет, что ли? Да я это, Бетти. А, это своя, своя. Хорошо. Да уберите вы степлер. Ну, серьезно. Ты что тут бродишь? В длинном доме же сейчас собрание. Ну... У меня запор. У меня сегодня что-то настроение не тусовочное. А вы потрясно смотритесь, просто блеск, правда? Не кадри, бабусь. Что ты там делал на крыше, а? Да ничего, просто... Опять хулиганил? Свежим воздухом дышал. Открывай, я знаю, что ты там. А ну выходи. Сейчас я позвоню Бетти, она через 5 минут будет здесь с ключами. Ну допрыгался, парень. Ну ладно, Бетти, вы что, меня сдадите? Бабусь, прикрой. У меня нет выбора. Он же коп. И что? Через 5 минут буду здесь с ключами. И если тебя застану... Спасибо, бабусь, ты вообще про. Спасибо, Бетти. Но это последний раз. Пойду в кабинет. Чувствую, мне сейчас позвонят.
Короче, бабуся вообще крутая, она нас постоянно прикрывает. Из всех передряг нас ему вытаскивает. Что, заняться больше нечем. Найдите черный ход с консервного завода. О, мы на консервном заводе. Привет, свобода. Пока, консерва. Теперь самое легкое. Пойти в длинный дом и обеспечить алиби. Короче, все, мне нужно идти в дом, где дым идет из трубы. Найдите способ спуститься с крыши консервного завода. Да вот, легко вообще. Хопа! Понеслась жаричечка, побег, побег, мы бежим от гаишников, от метошечков, от полицошечков. Вот, идите к длинному дому по пляжу, хорошо. Давай, опа, ништяк. Прыжки-то у меня длиннющие, я что, супергерой, что ли? Бежим, бежим, бежим. Чайки разошлись, одно не мешать мне. И, а вот здесь по мостику надо пробежаться. Опа-на. Ну, графончик, слушай, когда у нас плойка 14-я? О, 14-я плойка, да. 4-я плойка, когда у нас вышла там? В 2013 году, по-моему. И графика ничего такая. Бодрячком держится игрушечка. Фу, чайка нагадила. Ага, это белая фигня, это чайкины кокули. Чтобы спрыгнуть. Ну, слушай, играется вообще бодро. Мне нравится управление, анимация. Да-да, полпути, конечно, мы пробежали, сейчас по кочерге забежим. Пока что все нудненько, но это завязка истории. А дальше, вот дальше начнется, ого-го. Я когда только эта игрушка вышла, я смотрел все на ютубчике, я залипал, я так хотел в нее поиграть, и вот сейчас в нее играю, это же вообще бомбезно. Там такое начнется, там вообще покруче всяких Бэтменов и Суперменов будет. А куда нам бежать-то, вот сюда, наверное, а? Я уже, правда, ни шиша не помню. Это было по молодости. Сейчас-то я уже старый пень. Ну ничего. И если что, можешь подсказать. Так, в эту сторону же можем, можем, можем бежать. Ага, вот. Кыш-кыш! Кыш-кыш! Кыш-миш! Теперь туда перепрыгнуть надо. Ладно, разбег берем. Опа! Пдыщ. Чуть не упал. Да конечно, я все контролю. Не сцы в тросы, пацаненок. Опа-на. Ну, насчет паркура. Какой-то Tomb Raider начался, да? Ну ладно, если есть такие фишки и возможности, то почему бы нет? Я только рад за это. Главное, чтобы мы не грохнулись вниз. Не смотри вниз, не смотри, не смотри. А я смотрю, и что? Подумаешь, посмотрел вниз. Если что, там вода. Ну и какие-то штыки, деревяшки. Короче, если ты туда упадешь, то кишки твои вылетят наружу. Давай, поднимайся. Пока все идет по плану. Конечно. Я же за тебя играю. У меня всегда все по плану. Ну ладно, отчасти. Так, как войти? Открыть дверь. Открывай. Проведите пальцем по сенсорной... А, ну да, это же фишки четвертой плойки. Вот, я провел. Привет. А я тут тебя уже обыскался. Ну что, может зайдем? Это же тот с постера. Ты представляешь, какой это позор арестовывать собственного брата снова и снова и снова. А ты перестань его арестовывать снова и снова и снова и снова. Думаешь, это смешно? Нет, ты я не думаю. Ты такой след хочешь оставить в мире? Так ты чтишь память родителей? Актами вандализма? Слушай, в мире полно всякой реально стрёмной фигни. И пока я тут развиваю свой талант... Развиваешь свой талант? Ты хоть вот слышишь, почему что ты всегда несёшь? Такой, Реджи? Ну давай, чего ты до меня докопался? От какой реально стрёмной фигни? Я бы тебе объяснил, если бы ты меня послушал. Нет, правда, я-то не в курсе. Реджи, что? Смотри. Опачки. Что за фигня? А-а-а. Точно-точно. Я, короче, буду удивляться всему, как будто играю в первый раз. Ну, в смысле, я и так играю в первый раз. Тех двоих, как будто а не смотрел. Не подходи, сейчас рванет. Поищите подходить, выживших. Машина взорвется. Итак, понял. Мы выяснили. Мы выяснили, что этот чувак на постере мой братюня. Я его явно недолюбливаю. Он у нас шериф этой местной области, района. А я, ну, неудачный братец, который постоянно мешает. Реджи! Тут помощь нужна! Ладно, давай сами справимся, вытащи его. А я братец, который вечно все портит и мешает братцу стать там этим главой этой деревни. Охренеть, а. Спасибо. Уж думал, подохну там. Нормально? О, коп! Эй, ну конечно, копа увидел сразу по щам. Пусти его и держи руки на виду, ты понял? Я никого не трону. Мне надо текать, пока ее нет. Я сказал, пусти текать. Его! Или стекай давай! Реджи. Текатель. О-о-о, началось, началось, наконец. Я никого не трону. Э,
Это мы сейчас прочитали мысли этого чувака. Забегу немножечко вперед. Мы, короче, проводник. Если ты не вкурил, что такое проводник, то сейчас поймешь. Рэдж? Что за хрень здесь творится? Нормально, да, тут все разнесло. Рэдж! Где Рэджи? Опа-на, гляди-ка. Это что такое? Я не... Что за фигня? Что за фигня? Ты радоваться должен. Ты стал крутым. Что происходит со мной? Боже мой, нет! Я бы там отчасти прыгал. Хватит, хватит, хватит! Да что это со мной? Что это со мной? Не за трусы, разберемся сейчас. Охренеть! Охренеть! Я больше не хочу! О, Рэдж! Братю не кричит. Рэдж, ты мне очень нужен! Давай, перепрыгивай. А нифига, не может, все. У него, короче... Нет, я пройду здесь. Да, конечно, пройдешь ты. У него, короче, способности отрубили, сейчас нужно их как-то активировать. Нажмите, чтобы проскочить между упавшими деревьями. Давай, проскочи. Прыгай, лети, опа. Да что ж такое? Ой, ё-моё, чуть не задавило. Ну вот, собственно, моя первая сила. Огонёк. Нет! Реджи! Я иду, Реджи. Редж, ты живой? Братюня. Делс, что это было? Ножку зажал. Я тебя вытащу. Ты же... Я тебя вытащу! Ты же биотеррорист. Помогай мне толкать! Сейчас помогу. Толкай машину. Опа-на! Еще немного. Сейчас, братюнь, подожди, сейчас. Криворукий я, да? Немножечко сейчас тебе подаем еще. Я... Нажмите и удержите. Я нажимаю, удерживаю. Давай, 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 давай. И... Нет, нет, нет! Четко. Я ничего не могу с этим сделать, Реджи. Я ничего тихо, не могу. Тихо, спокойно. Дыши носом. Дыши. Ничего. Ничего. Я один из них. Я нет, один из них. Нет, даже не думай. Нет. Нет, ты мой брат. Слышишь? Ты мой брат. И засранец. А это все пройдет. Я обещаю, мы тебя пройдет. Вылечим. Таблеточки выпьешь, все пройдет. Ты понял меня? Да. Нам надо бежать. Поймать этого биотеррориста, пока он не добрался до наших. Понял? Да. Держись. Ты мне нужен. Ладно. Ну что? Ладно. Давай. Порядок? Да. Идем. Бежим, бежим, бежим. Идите вместе с Реджи на консервный завод. Короче, они думают, что биотеррористы там и надо... А, ну да, один-то только точно убежал туда. Только обещай, что обойдешься без трюков, ладно? А там я бабуля. Я бы до тебя даже добраться не смог, если бы не... Обещай, что этого больше не будет. Ладно, ладно. И... Конечно. Не думай, что с тобой произошло что-то хорошее. Нет, наоборот. А что, не так, что ли? Я крутой теперь. Шериф, мы не можем войти! Кнопку заело! А я могу. Обалдеть, замок расплавился. Там. Заперто. А он-то как пролез? А он просочился. Как это? Сейчас покажу. Смотри, учись, братик. Делсин тоже биотеррорист. Не террорист, а они все сгасили, нет, смотри. Не... Ну вот, когда об этом узнает племя, начнется паника. Ну иди, успокой народ. Так, я за помощью. А ты проверь, там ли Бетти и где биотеррорист. Будь ок. Осторожен. Ок, я все сделаю. Способны эти уроды. Начинаем сюда. Видал, да, как я через вентшахту. Ну давай, давай, хватит балансировать. Видите? Понятно. А, и вон постер, который я разукрашивал. Я снова сюда вернулся. Ладно. Значит, вниз-то я не получится спуститься по вентшахте, а вот здесь смогу. Плохо дело. Вот это я взлетел. И упал. Ух ты. И даже и не покалечился. Не больно? Круто, да? Я типа неуязвимчик. Бетти! Бетти! Вы где, Бетти? Бетти! Бетти, ты где? Бетти, где вы? Держитесь, Бетти! Просочиться через грязь. А, вот они, эти бревна. Оу, фак, горячо! Обжегся, да? Не просочились мы. Фигово дела. Хватит зубы скалить. И не скули. Цепочка! Надень на шею и точно проскочишь. Вы уж брутальным и сильным. Как цыган. Хочешь жахнуть, нажми квадратик. А, должно сработать. Нормально такая цепочка. Пусть это будет сюрпризом.
Ну это, конечно, странно. Почему через горящие доски не смог перепрыгнуть? Я же огонь, парень! Я и так управляю огнем, повелеваю. Бетти, я рядом! Я иду! Уходите, бабуля! Нет, подходи ко мне! Да я помочь вам нет, хочу! Не приближайся! Стой! Слышь ты! Делсин. Я просто хотел внимание отвлечь! Я ж не знал, что тут люди! Что ты со мной сделал? Ты проводник? Бетти, я потом все объясню. Уходите отсюда, ладно? Ну, я валю. Нет уж, верни все как было! Я полжизни провел за решеткой. Ничего, мне сбежать, расплюнуть. Главное дождаться счастливого случая. А когда пришла сила, меня вообще стало не поймать. Только Дес до меня добрался. Да, для нашего брата у них особая тюрьма. Они придумали, как нас повязать, чтобы мы силу применить не могли. Но зато им пришлось самим кормить нас, мыть, даже задницы нам подтирать. Нет, так жить нельзя. Нельзя. А еще там была эта рыжая курва, фанатка иголок и скальпелей. Говорила, что ставит на мне опыты, садюга. Но кто мотает не первый срок, тот знает кое-какие трюки. Нужно только потерпеть. Рано или поздно они облажаются. Кто-то недосмотрит, кто-то сболтнет лишнего. И когда эта стерва нас троих посадила в фургон, я понял, вот он, мой счастливый случай. Короче, когда мы забираем у них силу, мы узнаем о них также, мысли их читаем. Ты как это? В башку ко мне залез. Я ничего не делал. Ты видел, да? Видел тюрьму, Дес? Попадешься, тебя туда упекут. Эй, стой, стой, стой! Я тебя догоню. Вау. Злостный челик. Уйди ты, пацан. Отвяжись! Не отвяжись! Ты догоню. Нет уж, я не отвяжусь. Моими словами не говори, слышь? Верни! Все как было! Не надо ничего возвращать. Слышь, парень, я не в курсах, но, похоже, тебе пора текать. Почему? Ты же проводник, биотеррорист. Теперь твой девиз «Спасайся, кто может!» Лично я смываюсь. И хрен ты меня остановишь. Вы получите слишком большой урон. А, получаю. Все, понял. Сейчас я загасюсь. Убегаем. Ваша способность к регенерации ослабевает. Бегите. Я бегу. Не знаю, тут куда, тут темно, нифига не видно. А, цепи, точно, я совсем забыл. Иди сюда. Сейчас цепочку мою отведаешь. На тебе. Че думаешь, убежать, да? За тебя нас грохнут. Я не отвяжусь. Верни все, как было. Да ничего уже не вернешь. Тогда покажи мне, как этим управлять. Нету времени. Сюда едет Дес, и она знает, где меня искать. Ай-яй-яй, по жопе! Не хочу, чтобы жопа горела. Используй прием рывок и ближний бой. Ок, сейчас попробую. Я не боюсь. Они о, прикольно, работает. Тобой, они за мной. Сынок, тебя видели, тебя здесь знают. Она умеет развязывать языки. Стой, не убегай. Так, куда он улетел? А, вон туда. Оп, стоп, назад. Он где-то сзади. Куда ты сдриснул? Куда ты убежал? А, вон ты где, негодяй. Удачи, пацан. Ну нет, не хватало тут сдохнуть среди селенок. Давай, давай, вон, открыть дверь. Слушай, отпусти меня. Просто дай мне уйти. Никто об этом никогда не узнает. Ну подожди, постой. Давай Хреново. Эх ты, Хэнк. Как же ты меня разочаровал. Ну? Все вроде путем, да? Я этого проводника выманил, а вы его сцапали. Вы все молодцы, ребята, молодцы, да. Биотеррориста. Хэнк Дотри. Биотеррорист. Проводниками. Их обычно называют только такие же, как они, предатели. Ты ведь
не предатель? Правда? Ну, вроде как нет. Ты нервничаешь? Нет, вовсе нет. Обычно люди нервничают по одной из двух причин. Либо они трусы, либо им есть что скрывать. А может, я нервничаю при виде красоток, а? Нифига она не красотка. Ты был с этим биотеррористом один на один. Он с тобой ничем не делился? То есть... Он что-нибудь рассказывал? Может, поделился какими-нибудь теориями заговора? Нет, он ничем не делился. Я рада. Рада это слышать. Видишь ли, мы ведем с биотеррористами бой. Не на жизнь, а на смерть. И моя задача... любой ценой добиться победы. Но забавно выходит. Вы же сама биотеррорист, так? Да, правда. Говорят, клин клином вышибают. И теперь мне ясно, что ты не трус. А значит, все-таки что-то скрываешь. Что? Что вы делаете? Так нельзя! Рехнулись, у меня есть права! А я уполномочена игнорировать права граждан в случае необходимости. Вот, например, как сейчас. Спрашиваю еще раз. Что произошло? Вот коза. Я вам уже сказал, ничего. Она мне ногу проткнула. Говорят, это больно. Может быть, я подскажу? Нет, Бетти, нет, не надо! Да ладно. Будешь молчать. Что ж, раз ты не хочешь со мной разговаривать, я поболтаю с этой милой старушкой. Только учти, бетон дурно влияет на старые кости. А если и с ней не выйдет, я найду еще кого-нибудь. И еще, пока не узнаю правду. Ну, скажешь мне что-нибудь? Или лучше обратиться к твоим друзьям? Да фига с два! А, пожертвовать соплеменниками или сдаться? Блин, ну видишь, короче, если я сейчас пожертвую соплеменниками, она всех в камень превратит. Бабуля меня тогда спасла. Я ей должен, как бы. Она вообще меня всегда вручала. Это крутая бабка. Что, сдаться может быть, а? Пожертвовать соплеменниками. Да я же не настолько эгоист. И бабусю я обожаю. Ладно, сдаемся, короче. Я хочу, чтобы бабка жила, и соплеменники тоже. Давай. Чего ты, куда ты думаешь еще назад оттягивает? Сдаться. Подвергнуть себя риску и вступиться за другого человека. Первый шаг на пути к тому, чтобы стать настоящим героем. Ну это чисто про нас. Давай. Я проводник. Что? Я сказал, что я проводник, ясно? Только что заразился от этого парня. Заразился? Очень смешно. Ну, Бетти, может, вы мне честно ответите? Коза, я ж ей сказал все. Да, говорят, это больно. Сама себе сделай, воткни себе в ногу. Заступник, новый уровень репутации. Вы сделали первый шаг на пути к тому, чтобы стать героем. Ну, четко. Теперь я понимаю, что за звезда у меня на спине. Синяя и красная. Люди, очнитесь! Короче, синяя звезда — это добро, красная — типа зло, наверное. Я так думаю. А, у меня шипы эти исчезли. Эти. Я бодрячком.
Уровень репутации. Ну да, 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 точно. Это я помню. Вы на пути к тому, чтобы стать героем. Совершайте хорошие дела и будете вообще супер-пупер крутыми. Что происходит? Длинный дом превратили в больницу? Угу. Сколько я был в отключке. Ник, эй, что случилось? Ты посмотри, он весь в камне. Она, короче, не только до бабули добралась, она до всему племени добралась. Офигеть. Это то же самое, что если бы я пожертвовал своим племенем. Ничего себе. Как она могла? Сколько людей она ранила? Жуть. Хотел по-хорошему поступить, а получилось, как всегда, через жопу. И никто не остановил ее? А кто бы ее остановил, кроме тебя? Только у тебя одного суперспособность. Один на один бы с ней вышел. Да, фигово, когда у тебя из шеи торчит кусок асфальта. О, господи, Бетти. Делсин, милый, ты очнулся. Это Августина вас так. Ну, ты думал, я тебя так просто возьму и сдам этой бабище. К тому же, я давно подумывала сделать пирсинг, это нынче модно. И что остальные? Эй, а камиши своих не бросают. Никто из нас тебя ни в чем не винит. Ха. И ты не вини. Не надо стыдиться себя. Что делать? Ты таким родился. Главное, что я один из них. И другой. Не такой, как эти биотеррористы, которые убивают людей направо и налево. Ты славный парень. Просто иногда у тебя из пальцев идет дым. Да. Только из-за этого дыма все и пострадали. Эй! Ну только не начинай. Если ты будешь сидеть тут и ныть, я лучше посплю. Мне нужен отдых, чтобы поправиться и снова встать на ноги. Вздремну немного, раз ты очнулся. Да, давай, а я поною. Не переживай. Все будет хорошо. Ну чё раскис, кисель, блин? Правда. Ой, видишь. На куртке тоже 138 написано. А на шапке написано Seattle 138. Seattle 138. Что это могло бы значить? И на куртке тоже Seattle написано 138. И черепок красный. Я все исправлю. Ну конечно, надо уж постараться. Наворотил делов. Теперь надо исправлять. Обосрались так по полной. О, здорово! Боже, Делсин! Братюня! Слушай, я боялся, ты уже не встанешь. Из-за куска бетона? Да ну брось ты. Все, все, у нас теперь любовь, жвачка, мир, дружба. То есть быстрая регенерация тоже входит в твой... комплект? А, кстати говоря, что там с этим дымом? Все прошло? Да не знаю я. Не проверять же прямо тут, в длинном доме. Ну да. Пускай люди спокойно выздоравливают. Что-что? Нет, Делсин. Они уже никогда не поправятся. Они умирают. Ты откуда знаешь? Брат, это не я придумал. Это сказали врачи. Их слова. Они говорят... Извлечь осколки можно только с помощью той же самой силы. Что? Да. Но это ж была Августина и ее чертов бетон. Да. Ну пофиг. Значит, мы с тобой едем в Сиэтл и берем ее. Эй, стоп! Чем берем-то? Твоим неотразимым обаянием? Конечно. Я понимаю, ты здорово башкой треснулся. Но разве ты забыл, что ее не проняла твоя харизма? А ты мою красную шапочку видел? Вообще четко. Я виноват. Мне и расхлебывать. Нет, нет, Делсин, ты только на ноги встал. Ты хочешь помочь, но врачи четко сказали... Чтобы вытащить осколки, нужен кто-то с такой же способностью.
То есть? Августина нам не нужна? Нам нужна ее сила. Наконец ты допедрил. Ну и к чему ты клонишь? Ну, я же типа губка для суперспособностей. Ну? Взял дым. Теперь надо взять бетон. А вдруг это просто случайность, а? Ты подумай, между тобой и Августиной стоят бойцы ДЭС. Сколько их? Тысяча? Да, где-то примерно так. В машине объясню. В машине? У тебя нет машины. У тебя есть. Ах, в моей. Мы едем, едем, едем в далекие края. Короче, я все спланировал. Смотри, мы въедем в город, соберем все силы, какие найдутся у тамошних проводников, заодно на Space Needle заскочим, всегда мечтал, и летим домой на всех парах. А ты не думал, что мы въедем в город? А город может нам в ответ тоже въехать. Ты чё несешь? Что я несу, Делсин? В Сиэтле живет 500 000 человек, которые и так от биотеррористов настрадались. Думаешь, там тебе будут рады? Но я не такой, как они, ясно? Ага, я да. Же не буду никого убивать. Я всех спасу. Я буду как Супермен. Ясно. Исцелять недужных. Слышь, герой, ты что, ждешь парада в свою честь? Было бы круто. Проснись. Парад в мою честь. Офигенно ж. Ну, ты не парься, Дэл. Что-нибудь придумаем. Вылечим тебя. Вылечим? Ну, стрелять дымом из пальцев не совсем нормально, да? Если я не как все, это не значит, что меня надо лечить. Ясно? Ван Гог был ненормальный. И Ганди был ненормальный. Так ведь Ганди никого и не пугал. Согласись, а биотеррористов люди боятся, они мутанты. Тебе вдолбили в башку эту... Чушь. Да братец просто завидует. Офигеть. Класс. Что тут было? Видимо, дальше идем пешком. Что? Что? Да. Ты куда? Эй! Чтоб тебя. Ща я все разрулю, сделаю все четенько и гладенько. Зашибись, ты только посмотри. Знаешь, если ты сомневаешься, я не буду... Шутишь? Это же офигенно! Это катастрофа. Это самозащита. Блокпост поставили, чтобы их ловить. Да потому что они биотеррористы. Ну, их этот блокпост не остановил и меня не остановит. Чё? Давай просто просочимся? А нет, тут не получится. А, кстати, ух в прыжке ты, давай. Как Вегас? Так вот он, корень зла. Опа, силы забрали. Электричеством теперь могу стрелять. А, фаербал пускать. Фаербалы. Боже, точно, их буду так называть. Эй, ты живой? Живой? Да я живее всех живых. Кажется, я узнал новый фокус. Откуда дрон-то взялся? Нажми R2, чтобы выстрелить дымовой стрелой. А, это так называется? А я хотел их называть не фаербалы, а фаербалы. Ну, значит, буду стрелой называть. Короче, бах! Боже мой. О, да. Гораздо круче старых. Делсин, это совсем не круто. Нам надо решить твою проблему, а не усугубить ее. А ты думаешь, Августина сидит сложа руки? Мне нужно качаться, если я хочу выйти биться с бетонной леди. А я этого хочу избежать. Слушай, можно ее по-другому прищучить. По-другому? Это как это? Я кое-кого знаю в Сиэтле, в том числе в полиции. Нет, они могут нам помочь. Опять у нас выходит, что прилетел волшебный Реджи и всех спас. Да это не твоя проблема, а моя, понял? Эй, кто-нибудь, слышите меня? Вот, смотри. Хочешь кому-то помочь? Спасай прекрасную даму. Это не... Ладно, ладно, пойдем оба. Хорошо. О, нет-нет, мне нужно... иди играть в суперкопа, окей? А я через минуту догоню. Ладно, но только никуда не уходи. И ради бога, ничего не трогай! Сильный вопрос. Я буду трогать, что захочу. О, да. Мне нравится твой настрой, чувачок. Начнем с тебя, малыш. Я думаю, мы сыграемся. Собирайте энергоосколки, остающиеся от следящих дронов, чтобы получить новые силы. Давай заберем, чтобы нет, поглотить. О, да, вот это точно может вызвать привыкание. Один из 4 осколков я поглотил, красивенький. Может дым? Красивенький. Порядок.
Индикатор дыма. Ваш запас дымовой энергии, чтобы его пополнить, найдите источник дыма. Например, дымовую трубу или горящий автомобиль. А, то есть оно кончается. Сейчас, подожди, дай-ка. Нет, пока вроде не кончается. Ну ладно. Где еще дымящуюся какую-нибудь штуку? Во, давай здесь. Засасывай. Как пылесос, нафиг. Бах. А, это подойдет. А, дым тратится, когда я стреляю, все ясно. Вот круто! Надо будет посмотреть, может и в городе такие найдутся. А, точно. Когда стреляю, а когда перемещаюсь, все не тратится. Все, ок, ок, я въехал. Раз не хотят по-хорошему, придется по-плохому. Забираем. Сколько я там осколков уже? 3 из 4 собрал. Тут больше дронов нет? Внимание, перед уходом соберите все энергоосколки. Значит, здесь где-то еще должен быть дрончик. Или что-то еще. А, вот он летает. Что ты меня снимаешь? Не снимай, говорю. Что-то я мазью немножечко. Да стой ты. На тебе. Засасывай. Эй, Делсин, давай сюда. Ты ни за что не догадаешься, что там пищало. Жми сюда, понял? Тут автобус с медиками застрял. Я уговариваю их вылезти из автобуса, но они не хотят бросать оборудование. Ну скажи, чтобы держались, я их вытащу. Делсин, я знаю, что ты задумал. Не смей. Я только что вынес эскадрилью квадрокоптеров. Автобус уж как-нибудь раскопаю. Уничтожьте бетонные препятствия, мешающие автобусу проехать. Сейчас, а как это сделать? Так, подожди. Это надолго, нужно что-то придумать. Доступно улучшение. Нажмите Option, чтобы перейти в меню улучшения. Ок. И что тут я? Нажмите на X, чтобы развернуть меню улучшения сил. Дым. Пепельный разрыв. Вот это вкачать надо. А, осколки для прокачки. Все, вспомнил. Я прокачал. Теперь у меня есть пепельный взрыв. Чтобы усилить пепельный взрыв, зажмите R2. Угу. Это, короче, вот эти каменные глыбы, это та тетка сделала. Ну, я думаю, ты уже понял. Я супергерой! Ну, наконец, ты понял это. Извини, Редж, но из-за моих подвигов тебя плохо слышно. Поехали, медики. Делсин, я не... Ой, не слышу. Может, звук отключился? Они могут меня задавить? Не, просто оттолкнул, да и все. Сейчас, и здесь тоже стенку разобьем. Проезжать! Ну все, дальше путь свободен. Докатимся до Сиэтла с ветерком. Кстати, медики даже из автобуса не повыпрыгивали, не побежали никуда. Похлопали бы мне хотя бы, что я их спас. Ну чё ты, ну чё ты? Братиш, не паникуй. Куда ты хочешь позвонить? В психушку? Эй, Регги, открывай давай. Чё ты мне пальцем показываешь? Ты издеваешься, что ли? Вышел бы, да поговорили. Алло? Делсин, есть проблема. Тут, короче, пассажиры видели, как ты выделывал свои фокусы. А, ну вот. И они тебя боятся. Что? Я тебе говорил, народ не очень любит биотеррористов. И что они хотят, чтобы я сел в последнем ряду как неудачник? Нет, они хотят, чтобы ты вообще не садился в автобус. Ты им тут не нужен. Если ты поедешь, они все выйдут. Ну и пусть выходят, мне пофигу. Я сейчас вообще эту дверь вынесу. Не смей, даже не думай. Эти люди никогда еще такого не видели, они боятся. Ясно, можно их понять. Ну поехали уже! Сэр! Да погодите вы! Слушай, я перевезу их через мост и вернусь за тобой, ладно? Это 5 минут. Извини, но не могу я тебя впустить. 5 минут. М? За 5 минут знаешь, что может произойти? О-о-о. Мне кажется, мы его не дождемся и своим путем пойдем. Даже? Мы же пойдем своим путем? Конечно. Ты на телефоне навигатор включи, на случай, если придется разделиться. А, то есть, как сейчас? Что это за мечи огромные? Откуда они? Тут что, титаны, биотеррористы, что ли, ходят? Офигеть. Ну, красочно, красочно. И там столб тоже как-то странно мигает. Можно это как-то забрать? Давай попробуем. Не, нельзя. Не засосать, еще. Давай просто постреляем.
Блин, дым уже кончается. Я бегу. Братец, я на своих... Скоро начнется запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520. Всем пешеходам и транспорту приказано... Ага, будем иметь в виду. Делсин, я переправил их на тот... Дес, уходят с моста. За тобой вернусь. Реджи, ответь. Что происходит? Что-то какая-то лажа. Ну чё, сами прорвемся. Мозги есть, язык, как говорится, до Киева доведет. Эй, эй, помощь нужна? Воришка? О, чёрт, биотеррорист. Эй, как ты понял? Эй, тут мутант! Чё ты орёшь? А, не-не-не-не-не-не! Ничего себе. Но меня ж пули вроде не должны брать, да? Как он понял, что я биотеррорист? У меня что, дымилась рука или что, летел? Отличная штука, быстрая регенерация. Эй, ты говноед, иди сюда. О, вас тут как много. Нате, спалил одного. Нейтрализуйте бандитов, стоящих в туннеле. Слушайте, я просто иду по тоннелю. И летаю. Не просто иду, а летаю. Ну куда же ты, пупсик? Не бойся, я тебя просто в шашлык превращу или в курицу гриль. Выбирай сам. У меня же еще цепочка есть. Кстати, да, вот она. Эх, кто мне там в пукан выстрелил? Теперь мой. На тебе. Получил? Жалко, оружие у них брать нельзя. Но я же типа мирный антитеррорист. А, биотеррорист. Антитеррорист. Ну и антитеррорист тоже, между прочим. Выкусил. Сейчас ты отхватишь. Смотри, как могу. Оп. Бабах! Вы получили слишком большой урон. Да уже все. Ладно, ладно, я сдаюсь. Только не убивай. Да давай умочканем. А, опять выбор дают. Ну ладно. Этот бандит хочет сдаться. Нажмите треугольник, чтобы оглушить его и повысить свою репутацию героя. Или нажмите квадрат, чтобы казнить его и повысить репутацию злодея. Я думаю. Он в меня выстрелил, он меня хотел убить. Может его замочить? Да нет, нет. Мы не будем скатываться до такого уровня. Вырубить его. Видишь, мы не монстры. Расскажи людям. Конечно, расскажет. Бандит расскажет, ага. Ладно, побежали отсюда. Внимание. Запланированное выведение из эксплуатации... Внимание. Выведение из эксплуатации моста. Мы уже слышали это. О, это что такое? Его что, подорвали, что ли? Это что сейчас было? Не выйти отсюда? Реджи! Ну, брат, отвечай! Не, только не это. Вот это да. Это был мост? Нифига себе, эта тетка тут наворотила. Так наворотила дел. Вот это она, биотеррорист. Она пол... страны разрушила. Ну ладно, полдеревни. И связь с внешним миром, и все пути с внешним миром. Ужас. Редж, я иду. Пройдите по мосту и разыщите Реджи. Ну ок, я попытаюсь, но ничего не обещаю. Тут все что-то выворачивается, ломается. Ретранслятор, твори свою магию. Дай-ка я заберу у тебя силы. Ну, наконец-то, я теперь летать смогу. Ну, как летать? Повыше прыгать. Повыше прыгать, это я завсегда. Давай на тачку прыгнем. Опа. Давай следующую партию, космос. Лети. Ну, почти. Почти долетел. Сейчас еще раз попробуем. С тачки. И туда. Вот и все. Все легкотня. Изи. Так, так, спокойно. Я бегу, бегу, бегу. Жалко, в полете нельзя два раза или три раза вот так вот телепортнуться. Только один раз всего можно. Сейчас подлетаем. Сюда. Вон еще один ретранслятор. Он, наверное, нас еще повыше научит прыгать. Капец, как тут все разбаливать. Засасывай. Ну-ка, показывай. Сейчас могу. Летать на руках. Наконец-то. Тут как раз у нас есть проходик. Ну давай, полетели. Зажмите.
Вот зажал. Ух! Но это не совсем полет, это парить в воздухе. Мы научились. Делсин, мне сказали, что вы с братом решили поехать в Сиэтл. Бетти, я лучше перезвоню. Ладно. Будь осторожен. Удачи. Ладно. Держись. Ой-ой-ой-ой, не зашибло бы меня машиной. Ну, держись, еще немного. Хорошо. Так, полетели. И вот так вот. Ништяк. Чуть не упал. Эй, да хватит уже! А что там за сияние? А, это фара у машины. Я-то уж обрадовался. За бабулю, кстати, я не так беспокоюсь. У нее только, по-моему, нога в цементе. Поэтому, если что, и ампутируют ее. Ну, я думаю, что я спасу ей ногу. Я достану все-таки мутацию бетона. И все будет хорошо. Мы вытащим эти камни. Ну, пока... Блин, мост такой длиннючий. Стой. Чуть не упали. Давай. Мегапрыжок свой делай. А, он только с тачек, что ли, делает? Черт, где тачка? Подожди. Ну да, прикинь, только с тачек. Что за бред? Сейчас, подожди, с бетона попробуем. Не получается. Хм. Ну, наверное, только с возвышенности какой-то. Опа. Знаешь, кого напоминает все это дело? Тони Старка. Когда он в своем костюме вот так вот летает. И руками балансирует. Господи, автобус. Реджи! Нет. Давай, спускайся за ним. Ну, я думаю, Реджи убежал. Автобус брошенный был. Вон он, Реджи. Сейчас поможем ему. Помогите Реджи, пока он не упал. Какой не упал? Он там на бетонке стоит. Он сейчас это... В воду максимум может упасть. Вымочиться. Элсин, помоги мне. Че, опять руку свело? Элсин. Ладно, конечно. Давай. Патролить братца это святое. Держу. Спасибо за помощь. Зацени. Ого. Ты привыкаешь к новым симптомам? Да. Единственный минус только в том, что... Не, нету минусов. Это просто офигенно. Правда? Нет минусов? А как насчет тех вооруженных ребят? Вон там, видишь, тебя ждут. Не минус? Ну-ну. Короче, пока непонятно. Может, они тебя и не засекут, ведь ты же не обычный биотеррорист. Обычный? Не-не, если ты про баранов, которые выстраиваются в очереди перед сканерами... Нет, Реджи, я не обычный. Ты видел меня на мосту? Да видел. Мы их на раз уделаем. А давай сначала попробуем мимо них тихо пробраться. Как тебе план? Чтобы нас потом не искали по всему городу. Мне надо сил ладно, потренировать ладно, свои. Ладно, давай по-тихому, как скажешь. Ну чё ты с ним согласился? Ну ё-моё. Обещай, что будешь вести себя спокойно и сдержанно. Тебя это правда волнует? Может, парни из Деза и не такие сильные, как ты, как настоящие биотеррористы. Но их способностей вполне хватит, чтобы тебя прихлопнуть. Знаешь, ты испортил мне все удовольствие от поездки. Если я буду вот так вот бегать, они меня не засекут? Они же не поймут, что я там биотеррорист, как ты называешь это. Все, я слился с местностью, пойдемте. Я максимум проводник. Сколько я был в отключке? Неделю. Ого, так Дес поставил все это за... Да. Они не скучали. Опин, нам именно сюда надо. А может не надо, нас сейчас сканировать будут. Значит так, когда пройдем, я загляну к друзьям-копам. Может удастся получить доступ к базам данных. А ты пока сиди тут и не высовывайся. Они могут занервничать, если я приду к ним с биотеррористом. Ладно, босс. Братюня, что ты там пошел? У меня же открыто было. Типа для каждого отдельная дорожка. Пустите меня на танцпол подвигаться. Это зарегистрированное оружие. Я из полиции. Хорошо. Сюда. В автобус не пускает, с друзьями не знакомит. Это ж брат, у него стрёмные друзья, что ты? О, я же говорил, сканеры сейчас будут. Вроде как отпечаток ладони нужен и все. А вдруг меня засекут? Я надеюсь, это обычный сканер. Просто ладошку приложишь и все.
Мне кажется, сейчас по-тихому ничего не получится. О, и мой загон открыли. Ну, теперь моя очередь, да? Ладно, пойдем. Пойдем сейчас. Приложим пальчик. Пожалуйста, приложите палец к сканеру. Он что, кровь будет брать? Это ж вообще не круто. Меня сейчас спалят 100%. Обработка. Что там? Обнаружен проводник первого уровня. Да твою ж налево. Вас немного? Так спалится. Ну я предвидел. Ладно. Белсин, беги! Нет, Редж, ну что ты намутил? Так. Иди сюда, пупсик. Да что ж ты так цепями-то своими раскидываешься налево и направо? Надо по цели бить. R2, чтобы выстрелить дымовой. Нифига себе, вас так много-то. Редж на башнях! Вижу! О, меня сейчас убьют нафиг. Валим, 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 валим. Я что-то сильно в себя поверил. Так. А что это за замки, смотри. Вот это кто? Открой двери. О, давай. Вырываем. Спасен. Выходите. Этих мы спасли. Так, здесь у нас сканеры стоят, ладошки нарисованы на карте. Ну все, погнали. Погнали их бомбить. Юху. Можем как-то их обойти, в принципе. Не хочу я с ними сражаться. О, давай-ка сюда. Е-е-е. Вот и дым, кстати. Ништяк. Давай, забирай его. Весь забирай. Как дым в трубе может кончиться? О, дроны, 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 дроны. Кристаллики. А на стиках метится, это просто ужас. Это тебе не мышка. И автоприцеливания еще нет. Наконец-то сбил. Погнали. Доступно два улучшения. Так, что, у меня вроде бы по дыму все ок. Максималочка. Я заряжен. Чтобы надавать лещей всем, кто будет против меня. А еще мне нравится по крышам летать. Это вообще офигенно. Через вентиляцию. Юху! Так. А куда мы идем, собственно? А, вон, где звездочек. Ок. Идем туда. В обход. Вот это что, это камера какая-то? А, сигналка заработала. А где ее? Я ее не вижу. Как ее отрубить? А, камеры. Есть. Камера уничтожена. Королева Анна. 97% под контролем Деза. Какого хрена? Вы же должны защищать их от меня! Это биотеррорист. Они, короче, всех без разбора начали мочить. Ну все, вот мы, в принципе, и внутрь попали. Их тут фигово туча на самом-то деле. Я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Понятно, надо этот фургончик найти. А где он? Я его чуть не вижу. О, там дроны, по-моему. Кто это, да? Где этот дрон? Я тебя видел, ты где-то здесь был. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Где-то эту тачку видел. Я ее вообще не видел. Блин, я что, мимо где-то пролетел, что ли? Сейчас, подожди. Где-то она тут должна быть, значит. Тачка, ты где? Светящаяся тачка. А, вон она, увидел. О, какая крутая. Давай сейчас попробуем туда залезть. Шахты, так, как он через шахты говорил, да, туда пролезть? Может, я просто побомбить? Помогайте раненым мирным жителям, чтобы повысить свою репутацию. Ок. Так, а мирные жители у нас вот здесь вот. Сейчас я открою, а? Выходите нафиг. Быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй, бежим, 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 бежим. Ух! Прячемся, а лучше на крышу давай. Вот так вот хорошо. Блин, там еще один. Спрыгни, 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 спрыгни. Давай, 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 давай. Ух! Жарко здесь. Одну клетку я открыл. Нужно еще и другую. Че ты смотришь? Нате! Как это ты так сюда запрыгнул? У тебя что, джетпак есть, что ли?
Ты застал меня стрелять, а? Застал. Достал. А где еще один? Он улетел? Этот откинулся. Ну, как откинулся? Он вроде живой. Так, ну что ж, я тогда сверху постреляю, мне так удобнее будет. Ты что, опять здесь? Блин! Прячемся, прячемся, прячемся. Опять, смотри, залетел. Ничего себе. Они, оказывается, тоже биотеррористы. Они способности могут юзать. Или что? Чего вы смотрите на меня? Так, сейчас я в кого-то пульну. Ловите. Дым кончается, он говорит. Надо подзарядиться. Зацарствуй. Полный баки. Ну, я думаю, что я сейчас сделаю вот так вот, смотри. Ловите. А туда, прикинь, не долетают мои мощные выстрелы. Нейтрализовать бойцов Дзена. Да, сейчас будем тогда отсюда сверху стрелять. А, нет, давай мы сейчас вон что сделаем. Вот этих вот ребят спасем. Давайте, выбирайтесь отсюда. Убежал, скотина. Нате, на, не убежишь. Раскидаю вручную. Смотрите, что могу. Давай, шатывай. Надо помочь вот этому чувачку. Сейчас помогу. Давай, поднимайся. Беги, и я побегу. Куда пошел? Тебя не отпущу. Тебе никто не разрешал убегать. Че, по-моему, я почти половину уже вынес. Сейчас вот еще бежит. Готов? И вам двоим тоже. Как ремнем по жопе, да? А это что было? Это что было? Кто это? Откуда? Где ты? Выходи. Я всех по-быстренькому раскидал, теперь давай уничтожим его. Уничтожьте вентиляционные решетки по бокам. А, вентиляционные решетки, вот они. Готово. Нашел источник питания. Он должен быть на крыше. Кажется, вон вылез. Сейчас заберемся сюда. Уничтожьте энергоядро на крыше. Легко. Давай, вырывай его. Куда ты его опустил? Давай еще раз поднимай. И походу надо жарить его. Бах. Лупи по нему, давай же. Теперь смываемся отсюда, сейчас бомбанет. Все, это такой взрыв. О! Вот это я понимаю. Спасибо мне, скажите. Вот еще чувачки приехали. А вот и ремонтник. Каменюга. Я люблю парней поменьше. А ставки-то повышаются. Поэтому на тебе. Люблю парней поменьше. Кажется, валить пора. Да, выпендриться решил. Показал вам, на что я способен, да? Где-то здесь. На тебе. Тут, кстати, наверху была какая-то штука. Надо ее собрать. Вот это вот. Давай, забирай. Осколочки. Это тоже забирай. Ништяк. Ну, хватит. Хватит по мне стрелять. Я что ж могу? Сейчас цепочкой их пахну. Ой, вот тут осколок. Сейчас, ребят, подождите, я заберу его. О, он ко мне подбежал. И что ты ко мне... Что ты мне сделаешь, а? Смотри, вот тебе. Так, я сломал ему бронь каменную. Давай, дубась его. Угу. Он тоже меня дубасит знатно. Оу, как он сделал-то. Так, давай, ломай ее. Давай. А, с другой стороны обойти. Вот, вытащил его из этой глыбы. Все, я обезвредил. А, эти сдаются, смотри-ка. Эй, ништяк, куда ты побежал? Стой! Сейчас его заберем тоже. Я тут вот о чем подумал. У бойцов Деза бетонные способности. Поглоти силу кого-то из них и пошли домой. А если не сработает, значит ты ошибся. И тоже можно идти домой. Найдите большого агента Дезы. Поглотите его силу. Кабан? Так. Большого агента. Ну вот этого, да? Давай попробуем. Не, нифига не прокатило. Зараза. Ну, получилось? Не успел. Дез налетел со всех сторон. Тогда вали оттуда. Да, гениальный совет.
Все, закончили болтать. Если тебе понравилась эта игруха, то голосуй просмотрами, как говорится, и не забывай ставить лайки. Чем больше просмотров, тем больше вероятность прохождения этой игрушки в дальнейшем. Так что ставь лайкос и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Увидимся, кстати, на них. Так что до встречи!